Этот патефон – гордость библиотеки, хотя заводится через раз, да и громкость на нем не регулируется, зато играет. И этого для 70-летнего раритета вполне достаточно. Пасодобль Риорита – самая популярная мелодия военных лет. В областной научной библиотеке коллекционируют только все самое интересное. Умудрились собрать 10 тысяч граммофонных пластинок. В советские времена они были чуть ли не в каждом книгохранилище. Правда, сейчас многие избавляются от подобных коллекций. Выбросить всегда легко, да? А собрать очень тяжело. И поэтому мы очень ценим свою коллекцию и приумножаем. Для интеллигентов – оперные спектакли, для православных – Библия в исполнении Иннокентия Смоктуновского. Для тех, кто любит поностальгировать – пластинки из стран, которых не существует. Например, ГДР, Югославия. Вадим Глушков – настоящий фанат грампластинок. В библиотеке почти каждый вечер. Битлз и Лед Зеппелин готов слушать часами. Просто вспоминается все, что было как ярко в своей жизни, особенно в молодости. Получается, молодость никуда не исчезает с возрастом, а как бы где-то в этих пластинках она, так сказать, есть. У многих ностальгия возникает при виде журнала «Кругозор». Его начали выпускать в середине прошлого столетия. Каждое издание снабжали грампластинкой с самыми популярными мелодиями. Для того, чтобы услышать желанную песню, отрывать пластинку было не обязательно. Накануне выборов очень популярны записи речей советских политиков. Вне конкуренции выступления Ленина. Надо напрячь все усилия, чтобы победить разруху, чтобы восстановить промышленность и земледелие. Леонид Брежнев тоже пользуется спросом. Его речи самые оптимистичные. Мы выдержали. Мы победили. И хотя виниловые пластинки по качеству записи сильно уступают дискам, меломаны называют их звучание живым. А потому, уверены библиотекари, мода на грампластинки обязательно вернется. Оксана Корабельникова, Елена Азарченко, Тимофей Астахов. С новым утром!